Назовут меня, позвала, можно сказать, моя романтика, чтобы строить большие, огромные самолеты. Зайти в кабину самолета, сесть на место командира. У меня такого нету даже пропуска туда, чтобы пройти. У меня только изготовление деталей и все. Самолет, кабина не для меня. Скажите мне. Это документальное кино. Да вы что? Про людей рабочих профессий, кто работает именно руками. Ну что, куда поскакали? На работу куда? Что для вас является главной ценностью жизни? В смысле? Да. Меня зовут Александр Сергеевич Пушкин. Я машинист экскаватора. Цель в жизни? Вырастить сына правильного, достойного. Я беру пруд в аренду, буду выращивать рыбу. Бегать по заводам, как многие люди, не вижу смысла. Это все чужое. Мне прям необходим был вот результат какой-то осязаемой работы. Осознание, что вообще как бы ты приносишь пользу, делаешь вещи какие-то серьезные. Это не уверенно, они говорят, что все будет хорошо, что этот цех никак не загнется. Сейчас вот такая придет политика, что рабочих никак не ценят. Самое трудное, когда человек, наверное, умирает.